spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. В каталоге компании Касадака есть обширная линейка воблеров под названием Мираж. И сегодня в нашем обзоре представлены две модели из этой серии, которые предназначены для ловли на глубинах. Они обозначаются приставками XL и XD в названии. Давайте поближе их рассмотрим. По геометрии корпуса такие воблеры можно отнести к типу шед. Тело высокое и плоское с боков. Наибольшая высота находится посередине, образуя характерный горбик. Подобное строение позволяет отзываться приманке на любое движение удилищем. Спереди находится достаточно объемная лопатка, которая расположена под небольшим углом по отношению к продольной оси. На ней расположена крепежная петля с заводным кольцом. Обе приманки имеют положительную степень плавучести. Меньший вариант с аббревиатурой XL имеет длину 50 мм. Вес равен 4,2 грамма. Рабочий горизонт, по заявлению производителя, составляет от 80 см до 1,5 метров. Вторая модель, обозначенная английскими буквами XD, при длине 70 мм тяжелее более чем в два раза и весит 9,8 грамма. Благодаря лопасти длиной 3 и шириной почти 2 см, заглубляется от 1,5 до 2,5 метров. Компания Касадака предлагает широкую цветовую гамму для данной линейки. В ассортименте имеются светлые, темные, кислотные оттенки и имитации настоящих пищевых объектов. Обратите внимание на упаковке со стикером Color UV Reflect. Эти расцветки имеют свойство светиться под ультрафиолетом. Для оснащения применяются два тройника из прочной проволоки. Они имеют хорошую заточку и без проблем просекают рыбу. А мощности должно хватить для того, чтобы не дать трофею сорваться во время вываживания. Чтобы обеспечить наиболее дальний полет воблера, внутри пластикового корпуса расположена система дальнего заброса. Рассмотрим ее на примере 70-го. В нижней части можно увидеть продольный канал с цилиндрическим грузом. Во время заброса грузик перемещается ближе к хвостовой части, а в начале проводки возвращается обратно и фиксируется магнитом. Еще мы видим маленький шарик в головной камере, создающий тихий шумовой эффект. Кстати, у 50-го его нет, и по этой причине меньше шед является бесшумным. Для обоих вариантов Касадака Мираж подойдут практически любые способы анимации. При равномерке или стоп-н-го воблер будет демонстрировать собственную активную игру и сверкать плоскими боками. Также хорошо он отзывается и на твичинг различной интенсивности. Меньший размер будет более востребован при ловле окуня, а вот крупный дип пригодится для охоты за щукой или судаком. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.